11 корів в приватному господарстві на 5 сотках. В незавидному становищі опинилися мешканці провулку Довженка в мікрорайоні Лимани. Сусід завів корів на своєму невеликому подвір'ї. І не дві, не три, а цілих 15. Жити поруч небезпечно і неможливо, кажуть сусіди. Ми живемо по вулиці, по переулку Довженка, 44. Рядом з нами проживає гражданин Чугайов Анатолій, який содержит крупний рогатий скот в кількості 15 голов. Но, по-моєму, почав уже часть вирізати чи продавати, але 12 чи 10 у нього осталось. Скот содержит з нарушенням всіх правил содержания. Очень много здесь неприятного запаха, очень много мух, нарушается санитарное состояние, очень много лежит навоза и на улице, и во дворе у него, и возле нас. Когда вот он выгоняет своих животных, и животные без присмотра бредут по улицам, а по улице идут и старики, и молодые люди, и маленькие дети. Бывало такое, что приходилось ребенка выхватывать из-под ног животных. Как можно жить, если вот 5 метров от того, от порога у меня срут и серут коровы идут каждую минуту? Как можно жить? И как можно дыхать? Мухи такие вот, как клопы, у хату летят. Вот у меня там розы растут такие, ну, пусть, скажем, дикие. Я их поливаю, я за ними ухаживаю, все. Подойдет корова, говорю: «Толик, ты что, не видишь? Щипает же». Пошла, вот, и еще скажет, что ты старая дура, тебе уже пора в гробу лежать. Вот это и все. Вот это отношение соседа. В принципе, я не против. Хотят держать, пусть держат, но так, чтобы они нам не мешали. У нас какие претензии, например? Прошла корова, она сделала, садила, ну, в туалет сходила по улице, там кругом зеленое, все засохшее. Ни детям не выйти погулять, на машине вот у меня заехать во двор, все, на колесах я завожу туда. Коровы не привитые. Я обращалась в ветслужбу, спрашивала, мне говорили, как это так, если корова не, мало того, что не привитые, но они даже не сдают анализ на туберкулез, на бешенство, это обязательно. Он даже не знает, что у коровы берут кровь на анализ. Почему должны рисковать люди? Мы же не знаем, если корова боднет, все, человека заразили, все. И люди, как вы покупаете действительно молоко, если такая антисанитария и нет никаких бумаг, нет ни прививок, нет ничего? Хозяин стада корів регулярно виводить їх на випас. Ми спробували з ним поговорити. Дійсно, на контакт він не йде. Скарги сусідів ігнорує. Люди намагаються закликати до порядку, але марно. Чомусь на нього не діють ані зауваження сусідів, ані відповідних служб. Привозили ми сюди комісії, 3 рази приїжджали участкові, їх предупреждали о том, що хоча б навести санітарні норми. Потому что очень много мух нам показывали, эти липучки для мух. Во дворе не убирается, скот содержится действительно по-скотски. Очень маленький сарайчик, там эти коровы задыхаются. Ему можно еще предъявить такие требования, что за неправильное содержание скота. Привозили мы сюда еще комиссии, санстанция приезжала, ветеринарный врач приезжал. Ему поставили, значит, такие рамки. До 5 июля просят соседи их не поставить забор капитальный, не такой, как там тын стоит, что он падает уже. Но уже 5 июля прошло, забора мы там не видим, уборки никакой нету. Как были мухи, так они остались на месте, и ничего совладать с ними не можем. Поки проблему не вирішено. Фермер, користуючись тим, що закону проти нього немає, ображає та піддає небезпеці життя сусідів. Ось так і живемо. Якщо немає відповідного діючого записаного закону в країні, елементарну культуру поведінки життя в суспільстві також можна ігнорувати.